начинаем второе отделение. Первое слово для поздравлений предоставляется нашим выпускникам. Итак, хор выпускников 96-2000 года. Приветствуйте! Бизе Агнус Дей. Чудо вода.
Лепестки алых парусов снова стоят на этой сцене и снова поют. Это чудо. И это чудо подарили нам вы, наши учителя. Вы, Елена Викторовна. Спасибо вам большое за то, что здесь мы научились любить песню, которая теперь будет всегда в нашей жизни. Спасибо всем учителям, которые нас учили, за их великий труд, за их поистине волшебное терпение и за ту любовь, которую они дарят детям. Наверное, лучшим подарком нашим будут песни того времени, когда мы учились сами и были в этой школе. Мы хотим сейчас их вспомнить и спеть для вас. Не тень, не два, по новой.
школы. Большое вам спасибо! Приглашается глава Красногорской администрации Рассказов Борис Егорович. И Антонина Афанасьевна Кузьмина, заместитель главы администрации. Уважаемые друзья, я еще нахожусь под впечатлением от первого отделения концерта, замечательного выступления наших детей. И вы знаете, о чем подумалось? Что 30 лет, в общем-то, для жизни творческого коллектива – это срок небольшой. Но за это время через нашу школу «Алые паруса» прошло очень много талантливой молодежи. Не все стали музыкантами и певцами, но то, что в сердце у каждого останется навсегда песня, навсегда прекрасное эстетическое воспитание, наверное, это так. И я хотел бы прежде всего поблагодарить педагогический коллектив, учителей и педагогов нашей прекрасной школы, за ту душу, за тот талант, который они вкладывают в наших с вами детей, в наше подрастающее поколение. Я хотел бы поблагодарить тех больших композиторов и музыкантов, которые сотрудничают с нашей школой «Алые паруса». Это прежде всего Георгий Александрович Струва. Давайте мы его... Да, его нет, к сожалению, в зале сегодня, но он всегда незримо и мысленно присутствует с нами. Это Тугаринов Юрий Ленславович. Он здесь находится. Я прошу, давайте мы его поприветствуем. Да, он здесь. Это Афанасьев Виктор Васильевич. Тоже здесь в зале находится. С нами. В различных концертах и в различных сочетаниях они выступали вместе с нашими детьми на различных площадках. И им рукоплескали многие страны мира, многие концертные залы. Я хотел бы поблагодарить вас, родителей, которые привели своих детей в нашу прекрасную муниципальную школу «Алые паруса». Я думаю, что вы не жалеете об этом. Спасибо вам большое. За свое... свой 30-летний путь школа несколько раз меняла свой дом. Я думаю, что в следующем году у нее будет свой очаг и свой дом. Мы завершили проект по созданию школы искусств, в которой переедет наша школа «Алые паруса». Это в Чернево-2. Прекрасный проект, который сегодня утвержден, и сегодня последние штрихи в этом проекте завершаются. Я думаю, что в следующем году эта школа, мы будем уже с вами там, так сказать, открывать эту школу. Да, сегодня я пришел с небольшим подарком, то, что меня попросил коллектив. Значит, я уже говорил о том, что вы часто выезжаете на гастроли, и поэтому вам нужно фотографироваться, запечатлеть ту поездку, в которой вы бываете. И мой подарок сегодня от нашей администрации – это видеокамера для того, чтобы...
Специально к юбилею мы вышли с ходатайствами о награждении педагогических работников школы благодарностями и почетными грамотами Московской области. Я хотел бы первую благодарность губернатору Московской области вручить Володиной Елене Викторовне, художественному руководителю, за многолетнюю плодотворную деятельность, большой вклад в дело эстетического воспитания подрастающего поколения, активную концертную деятельность в связи с 30-летием со дня основания хоровой студии «Алые паруса». Губернатор Московской области, герой Советского Союза Борис Ильич Громов. Почетные грамоты губернатора Московской области награждается Фаткина Наталья Александровна, преподаватель по классу фортепиано муниципального учреждения дополнительного образования детей, детская музыкальная хоровая школа номер 2 «Алые паруса» Красногорского района за многолетний плодотворный труд, большой вклад в дело эстетического воспитания и обучения подрастающего поколения. Губернатор Московской области Борис Ильич Громов. Почетной грамотой Московской областной думы награждается Корнеева Ирина Алексеевна, заведующая инструментального отдела музыкального учреждения дополнительного образования детская музыкальная хоровая школа номер 2 «Алые паруса» за многолетний плодотворный труд, большой вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения и в связи с 30-летием со дня образования хоровой студии «Алые паруса». Дорогие друзья, поздравляя ваш замечательный коллектив с этим юбилеем, я хочу от всей души поблагодарить педагогов, учащихся за мастерство, за профессионализм, за то огромное счастье и радость, которые дарите вы всем окружающим. Спасибо вам огромное! И если «Алые паруса» — это символ мечты и надежды, как здесь сегодня звучало в песне, то пусть этот замечательный символ сопутствует вам всю жизнь. Накануне юбилея, 30-летия хоровой школы «Алые паруса» глава Красногорского района принял постановление о награждении ряда педагогов школы почетной грамотой муниципального образования «Красногорский район». Позвольте нам эти награды вручить. Почетной грамотой муниципального образования «Красногорский район» награждается Бузнякова Ванда Львовна, преподаватель по классу фортепиано детской музыкальной хоровой школы номер 2 «Алые паруса» за многолетнюю плодотворную работу по эстетическому воспитанию подрастающего поколения, активное участие в культурной жизни Красногорского района в связи с 30-летием со дня образования хоровой студии «Алые паруса». Глава Красногорского района Борис Рассказов. Почетной грамотой награждается Москаленко Павел Андреевич. Москаленко Павел Андреевич, просим на сцену. Почетной грамотой награждается Попкова Алла Юрьевна. Почетной грамотой главы Красногорского района награждается Фадеев Владислав Александрович, концертмейстер. Награждается Родионова Анастасия Игоревна, преподаватель по классу фортепиано, концертмейстер. Награждается Назаров Юрий Викторович, преподаватель.
Зинаида Георгиевна, преподаватель по классу фортепиано детского музыкального оркестра. Награждается Чернякова Эльвира Андреевна, преподаватель по классу фортепиано детской музыкальной хоровой школы. Награждается Рахманова Евгения Борисовна. Просим вас на сцену подняться. Она в хлопотах. Награждается Лешко Татьяна Афанасьевна, преподаватель по классу фортепиано детской музыкальной хоровой школы. Татьяна Афанасьевна, просим вас подняться. Ну что, попутного ветра, алые паруса! С праздником вас! С особым чувством благодарности, нежности и самых добрых отношений мне хотелось бы пригласить на эту сцену дорогого для нашей школы человека Романа Семеновича Попковича. Именно благодаря ему наша студия преобразовалась в хоровую школу «Алые паруса». Именно благодаря его работе и его коллег мы впервые открыли для себя Италию и другие страны. Слово вам, Роман Семенович. Спасибо огромное. Знаете, я... Честное слово, каждый год с большим нетерпением и волнением жду отчетных концертов школы «Алые паруса». По двум причинам. Первое, это приходят совершенно новые, маленькие наши человечки, которые выступают в замечательный мир искусства, в замечательный мир жизни и того познавания отношения к людям, которые вот дают преподаватели, которых вы здесь видели, и школа, о которой мы сегодня говорим. Вот мы превратились, я уже говорю, мы превратилась школа в школу в тот тяжелый период, когда вы, наверное, знаете, начальное время перестройки, и когда муниципалитет, тогда администрация Красногорского района, Совет народных депутатов принял решение, мы приняли решение тогда и взяли на свое обеспечение и оплату все, что можно было тогда взять и сделать для наших замечательных преподавателей и для тех детей, таланты которых должны раскрываться независимо от их достатка, независимо от тех финансовых средств, которые имеют семьи. И я благодарен Борису Егоровичу, той администрации, тем депутатам, которые сейчас здесь у нас в Красногорском районе, что традиция, которую когда-то мы заложили, во многом продолжается. Я считал и считаю, что все дети нашего государства, нашей области, нашего района должны иметь доступ к тем благам, искусству, к тем моментам раскрытия своей жизни, которые дает им именно приобщение к музыке, приобщение к таланту, преподавателей, о которых мы здесь говорили. И, конечно, как уже здесь звучало, я с глубокой признательностью отношусь к родителям, которые, несмотря на трудности прошедших лет, несмотря на трудности, которыми они сталкиваются сейчас здесь, вот, водят своих детей сюда, отпускают своих детей. И вы знаете, вот те маленькие, ну, будем говорить, участники, которые здесь были, и которые выступали в тот период, когда мы
с Леной Володиной, я не могу даже по отчеству, Лена для меня Володина, вот, с Евгенией Борисовной, со всеми остальными, с кем вот это вот пытались внедрить в Красногорском районе, многие из них еще и не родились тогда. А те, кто тогда были очень маленькими, сейчас выступают, такие замечательные голоса. Такой замечательный талант раскрылся здесь, именно на Красногорской земле, что я надеюсь, что школа эта будет жить всю оставшееся время существования нашей, ну, будем говорить так, многострадальной земли. Спасибо вам большое за то, что помните обо всем. Спасибо вам большое, что вы меня приглашаете, за теплые слова. Успехов вам, здоровья и счастья. А эти цветы решите, я Лене все-таки подарю за ее талант, за все то, что она делает для наших детей. Для вас поет ансамбль выпускников 2000-2003 года «Ассоль». Ты спеши. Oh.
Что такое волшебная сила искусства. И мне сегодня хочется очень поздравить вас, дорогие родители, за то, что вы сумели вовремя разглядеть этот волшебный парус мечты и надежды и сумели подарить своим детям этот огромный мир музыки, который будет всегда теперь с ними и в котором они никогда не будут одиноки и будут обязательно счастливы. Посмотрите, прошло всего 30 лет, они на сцене уже такие красивые. Значит, у наших маленьких красногорцев впереди такое же счастливое детство. И я хочу поздравить вас, педагоги, с тем, что у вас многие годы держится и остается замечательный педагогический коллектив. Потому что мало, чтобы дети хорошо пели, надо, чтобы они любили эту музыку. А то, что это осталось у них в душе, даже после выпуска, это мы сегодня опять видим. Я хочу поздравить, конечно же, всех наших ребят, которые пришли в этот удивительный мир. И я думаю, что мы все вместе на этой сцене и, наверное, в следующем новом доме будем обязательно счастливы, потому что с нами идет алый парус мечты и надежды. Поздравляю вас! А сейчас я хочу пригласить на эту сцену управление культуры, которое мы
общем-то, работаем, проводим все мероприятия вместе, курирует наша школа образования Кова и Галина Ивановна. Я попрошу, помогите мне, пожалуйста, провести награждение, потому что сейчас у меня в руках благодарственное письмо от министра культуры правительства Московской области Ратниковой Галины Константиновны, которое направлено уважаемой Елене Геннадьевне, руководителю школы «Алые паруса». Она желает творческих успехов, новых талантливых учеников, дальнейших достижений в деле эстетического воспитания и подрастающего поколения. И, конечно же, поздравляет с юбилеем. Принимайте эту грамоту, Елена Геннадьевна. Спасибо. Почетной грамотой награждается Иноземцева Татьяна Геннадьевна. Почетной грамотой Министерства. Многолетний плодотворный труд, большой вклад в дело эстетического воспитания и обучения подрастающего поколения. Руденко Татьяна Валентиновна награждается почетной грамотой Министерства культуры Московской области. Грамотой Управления культуры администрации Красногорского района награждается Кузнецова и Ульяна Евгеньевна. За творческое отношение к делу, талант, энтузиазм, самоотдачу на благо развития и процветания Красногорского района. Фадеев Александр Алексеевич. Ивановна. Чурина Любовь Ивановна. Не вижу. Зал не видно совсем. Миловидов Александр Александрович. Клопайте громче, была же премьера. Евгения Николаевна. Квадерова Марина Владимировна. Вы знаете, мы от управления культуры подготовили песню. Хотели спеть. Ну, вовремя отказались от этой идеи, мы просто зачитаем тот текст, который приготовили для «Алых парусов». Командирам и юнгам «Алых парусов» посвящается. У вас сегодня круглая дата – 10 лет, большой юбилей. Возраст юный, стремлений полон, алым паруса, парусом вей. Самое время мечтать и дружить. Ветер мотив свой поет. Каждый год к вершине стремитесь, не уставая вперед. Распуская в любую погоду заревые свои паруса, позовите друзей в дорогу, где на каждом шагу чудеса. Выходите новый день встречать, проверяя собственное мужество. Вам не по характеру скучать, если на душе играет музыка. Песней хорошей и верным другом преодолейте невзгоды и пронесите свой парус надежды сквозь многие долгие годы. В сердце навек сохраните гимна мотив прекрасный, и пусть будет ваш путь гордый, прямой и ясный. Мечта ваша всем известна – новую школу открыть, и вам в этот день юбилейный готовы подарки дарить. В высоком концертном зале пусть зазвучит орган. Но это все в светлом будущем, верьте высоким словам. Будет у вас и школа, будет высокий зал. А пока разрешите сердечно вручить электронный орган. Несите, пожалуйста.
спасибо. Мы бы, конечно, очень хотели послушать, как бы вы это спели. В следующий раз. Спасибо. Вы знаете, и дело в том, что в администрации мы все время работаем вместе бок о бок с еще одним отделом, который занимается творческой молодежью. Поскольку наши дети уже вырастают и становятся совсем молодые, сейчас хочу предоставить слово Галине Ивановне Столяровой, начальнику отдела семьи и молодежи администрации Красногорского района. Дорогие педагоги, дорогие воспитанники, родители хоровой студии «Алые паруса», мне тоже хочется присоединиться ко всем добрым словам, которые сегодня уже сказаны были в ваш адрес. Действительно, вы дарите радость нам, жителям Красногорска, нам, жителям Подмосковья и, конечно же, всем тем концертным залам, где вы бываете. Мне хочется сказать большое спасибо хоровой студии за большую работу, которую они проводят среди молодежи. И несмотря на то, что сегодня, отмечая свое 30-летие создания, вы прощаетесь уже с возрастом молодежным, потому что по закону губернатора у нас молодежь считается в возрасте от 14 до 30 лет, но мне хочется выразить надежду в том, что вы всегда будете активными участниками наших молодежных программ. И в честь праздника разрешите также вручить вам грамоту отдела по делам семьи и молодежи администрации района за активное участие в реализации молодежных программ и в связи с 30-летием. Спасибо вам большое! Сейчас вы услышите удивительный номер. В нашей школе уже долгое время работает замечательный педагог Павел Андреевич Москаленко, преподаватель по классу гитары. Но далеко не все знают, что Павел Андреевич пишет очень хорошую музыку. И вот сейчас вы услышите два романса. Музыка Павла Москаленко, стихи Бунина. А исполнит ее два наших выпускника. Это бывший выпускник, а ныне преподаватель детской хоровой школы «Алые паруса» Юрий Назаров и студентка второго курса Государственного музыкального училища при Московской консерватории Валерия Вамбурова. Встречайте! Исполняется впервые в честь юбилея. На сцене автор. Не бежишь, лечит меня.
Выпускница нашей школы, студентка музыкального училища имени Гнесиных фортепианного отделения Морозова Наталья. Партию виолончели исполняет Морозова Анна. Встречайте! Thank you.
кажется, наша школа по праву гордится своими выпускниками. А начиналось все это в стенах Дворца культуры. Мы приглашаем на сцену директора Дворца культуры Подмосковья, Твача Григория Владимировича, художественного руководителя Наталью Демьяновну Пучкову, Стрельцову Марину Михайловну, заместителя директора. Прошу нас, просим вас на сцену. Дорогие друзья, сегодня замечательный и значительный праздник для наших горожан, для администрации Дворца культуры. Я, честно говоря, присутствуя в зале, послушав этот замечательный концерт, собственно говоря, вся программа давно уже как бы много раз прослушана, и каждый раз она звучит по-новому. Я хотел очень много сказать с этой сцены, но учитывая, что в кулисах так много и детей, которые хотят выйти на эту сцену, и руководителей, поздравить с этим замечательным праздником коллектив, поэтому я ограничусь буквально несколькими предложениями. Но это не говорит о том, что сердце переполнено и гордостью, и радостью за коллектив «Алых парусов». Я хотел бы сказать только одно, что этот замечательный коллектив, он силен тем, что в нем работают и служат творческие люди и одержимые, потому что только в одержимости, в любви к профессии можно получить такие замечательные результаты. Таких замечательных детей я сегодня слушал, как вот играл, я не помню фамилию, Воронова, по-моему, девочка, да? Но вы знаете, это не просто умиление, это так слушать себя. И говорят, у нас музыкальная школа хорового общества, то есть это хоровая школа, здесь только поют. Да неправда, замечательно играют, потому что самая большая задача, я инструменталист, я музыкант-инструменталист по образованию, и всегда ставилась задача приблизить звучание инструмента к человеческому голосу. А человеческий голос – самый совершенный инструмент. И это удается. И инструменталисты прекрасные, и хор замечательный, и лица у людей, у детей светлые, а педагоги просто, так сказать, ну, это подарок и, как говорится, именины сердца. Вот если бы у меня была в правой руке фужер шампанского, я бы выпил за их одержимость и пожелал при этом потрясающего здоровья, терпимости и попутного ветра алым парусам. Спасибо. Ну и хотелось бы вручить наш подарок. Именины, юбилей – это всегда подарок. Спасибо. Я хочу присоединиться к поздравлению. Все эти годы хоровая школа, была студия, теперь школа, росла на наших глазах. И приятно отметить, что коллектив дружный, сплоченный педагогов, старейшие, которые работали еще в старом Доме культуры, что они не покидают эту школу, помогают в ее развитии и достигли благодаря им таких успехов. И молодое поколение педагогов вливается, тоже очень талантливые педагоги, тоже вносят в развитие школы много-много своих трудов отдают. И поздравляем в очередной раз и желаем вместе с нами расти и, конечно, получить скорее новое здание. И спасибо. Но выступать всегда на нашей сцене. Да. Мы всегда будем на вашей сцене. Дорогие друзья, я сегодня очень рада и счастлива, что тогда, в начале 90-х годов, наша детская образцовая хоровая студия «Алые паруса» стала муниципальной школой. Я очень рада и счастлива, что в этой школе талантливые ученики, и с ними работают талантливейшие педагоги и учителя. Я желаю вам добра и процветания под алыми парусами любви. Спасибо. Спасибо. 15 лет тому назад в нашей хоровой студии «Алые паруса» были созданы группы эстетического воспитания. Если вы помните, это капельки, росинки, солнышки. Мы очень долго назывались студией эстетического воспитания «Алые паруса».
Но сейчас мы переименовались по просьбе старшего брата школы «Алые паруса». Мы переименовались в «Весну». Итак, встречайте, малыши из студии «Весна». Это будущее школы «Алые паруса». Мы от всей души поздравляем родную, любимую школу и дарим символ сначала «Алых парусов». Видите, картина, хоть она и это 18 век, но тем не менее это «Алые паруса» – образ мечты, надежды и всего самого лучшего. И второе – это керамическое. Такая керамическая тарелочка с изображением нашего Дворца культуры. Это ручная работа художника, чтобы когда музыкальная школа уедет в новое здание, чтобы здание Дворца культуры, отчий дом школы, всегда был перед глазами и всегда был в памяти. Поздравляем родную школу! Спасибо, да. Спасибо, Евгения Борисовна. Когда-то такой же маленькой девочкой пришла в нашу школу Настя Плигина. Сейчас перед вами выступает студентка третьего курса финансовой академии при правительстве Российской Федерации Анастасия Плигина. Украинская народная песня «Зелененький барвиночку». Зелененький барвиночку, стелись на низеньку,
Анастасия Лигина, финансовая академия. Мы приглашаем нашу сцену, нашего дорогого, любимого Юрия Ленславовича Тугаринова, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Девы, отзовитесь. Раз слово дали, надо держать. Видите, в руках у меня и цветы, и кое-что еще. А что кое-что, это я не один сегодня перед вами, со мной рядом Георгий Александрович Струга. Раз. Георгий Александрович, это он. Он просил передать хору записи пионерии и просил меня поздравить юбиляров и провозгласить то, что здесь написано, потому что это читать нельзя. Диплом! Диплом Федерации детских и молодежных хоров России. Решением Президиума Федерации детских и молодежных хоров России от 24 апреля 2004 года. За большие заслуги в области детского хорового искусства присвоить почетное звание «Заслуженный хормейстер Федерации детских и молодежных хоров России» Володиной Елене Викторовне. Наградить торжественной медалью и повесить на шею. Как знак уважения и любви и, самое главное, сотрудничество, потому что музыка Струга здесь звучит постоянно. А цветы? Вот это уже за мной. Я хотел бы распределить цветы таким образом. Заслуженному хормейстеру 3 цветочка. Директору 1 цветочек. Композитору другой цветочек. Что может подарить юбилейные торжества композитор? Да, мы правильно. Мы дружны очень давно, ну, потому что давно это и 1 год, 2, 3, 4, 5, по-моему, даже 6 лет, если не больше. Ну вот. В руках у меня сборник музыки, называется «Музыка весны». Как удачно получилось, что торжество весной. И вот песни хора для детей я бы хотел преподнести в знак уважения и доброго исполнения. Еще раз спасибо. С юбилеем, дорогие друзья, все, кто здесь сидит в этом зале. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Здоровья вам, Юрий Вячеславович. Творите на радость наших школ и всех остальных школ России. Вас поздравляет выпускница школы, студентка 4 курса Государственного музыкального училища имени Гнесиных Марина Альшонкова. Феллини, арии Эльвиры из оперы «Пуритане».
смотрю, только что сидели. Наши друзья. Это руководитель и организатор группы «Анж». Анатолий Журавлев. Не вижу. И где-то там же сидел, вот вижу, солист группы «Золотое кольцо» Виктор Надымов, с которыми недавно мы проделали общую работу. Так что давайте поприветствуем, чтобы вы знали, что Алые паруса не только поют. Виктор, встаньте, пожалуйста. Мы рады помогать ансамблю «Золотое кольцо» и «Надежда» будет не так же. Нет Анатолия Журавлева. Тогда продолжаем дальше. Мы приглашаем на сцену наших коллег, директоров школ. Ломакина Вячеслава Михайловича, детская Красногорская музыкальная школа. Федорова Людмила Федоровна, Петрова дальняя школа искусств. На Хабинскую школу искусств. Приглашаем вас на сцену. Алые паруса, когда вы выходили на сцену, вам аплодировали. Вячеслав Михайлович Ломакин. Ну, сегодня просто сказочный праздник. Сегодня юбилей у наших коллег. Ну, что такое юбилей? Это не просто дата. Это именно какой-то определенный рубеж. И обычно в эти дни оглядываются назад, анализируют пройденное, потому что в любом случае сегодняшнее складывается из того, что было вчера. И вы знаете, мне сегодня особенно приятно участвовать в этом празднике. Особенно почему? Вот тут и Роман Семенович рассказывал, в период становления и перехода студии «Алые паруса», превращение в музыкальную школу, в муниципальную. Вы знаете, Красногорская школа приняла в этом участие. Совсем, ну правда, небольшой период времени студия «Алые паруса» вошла в Красногорскую музыкальную школу и стала филиалом. Ну, наверное, так было удобнее перейти из студии, потом отдельно отпочковаться в школу. Я зачитаю приветствие, которое наши преподаватели из Петрово-Дальневской школы прислали в адрес «Алых парусов». Вы сами знаете, что 30 лет – начало. Ведь это ваша молодость, рассвет. И все же вы сегодня юбиляры. И наша школа шлет вам свой привет. Желаем нашим юбилярам грядущих ясных светлых дней иметь свою родную школу. Просторнее, краше и светлее. Даже декабря. Даже она у нас будет. Промчалось время, вы цветете. Немало трудностей пути пришлось вам встретить и пройти. Теперь уж вы не пропадете. Еще желаем коллективу и всем, кто трудится у вас, чтобы никакие испытания не погасили блеска глаз. Пожалуйста. Подарков набрали в новую школу. Анатолий Журавлев. Мне очень приятно поздравить Лену и школу «Алые паруса» с этим замечательным праздником, их юбилеем. Я расскажу один момент. У меня есть мюзикл, песни из которого вы, может быть, слышали. Это «Мечты». Это не относится к творчеству группы «Анж», это мое личное творчество. И вот однажды мы выступали в Московском университете перед профессорско-преподавательским составом, перед лучшими выпускниками МГУ. И девчонки из «Алых парусов» под предводительством Елены Володиной
дали настолько прекрасный какой-то вот оттенок этому выступлению. Это был настолько потрясающий момент во всем нашем небольшом концерте, что ректор МГУ был вне себя от счастья. Поэтому школа «Алые паруса» прославилась еще в стенах Московского государственного университета. Поздравим. Аплодисменты. У нас там тоже ученики идут учиться. Я бы хотел, чтобы мы выразили признание и вместе с вами дружно поприветствую Володина! 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 Мы, мне кажется, нет здесь в зале человека, который бы не проникся чувствами к этой замечательной женщине, великолепному педагогу. И любой из вас вышел бы на сцену и сказал массу теплых слов в адрес этой красивой, талантливой, наделенной безграничным обаянием женщины. И я не исключение. Не хочу уходить, но придется, потому что нам еще целая очередь желающих поздравить. Давайте еще раз поаплодируем. Алые паруса обязательно примут участие в записи саундтреков к мюзиклу. Уже какой-то известный художник, мы сделаем мультипликационный этот сюжет этого мюзикла. Он называется «Три вокзала». И пытались записывать дети совершенно разных и очень именитых школ. Но так, как спели дети из наших «Алых парусов», никто не поет. Это нечестно сказать. Продолжая вот такую вот несколько эстрадную, да, струю, перед вами выступает выпускник нашей школы, а сейчас студент 4-го курса Государственного училища джазового и эстрадного искусства Алексей Козлов. Я все еще люблю, хотя не понимаю.